Привет! Я тут решил буквально на коленке записать небольшое видео, чтобы показать, как работает мой мозг. Дело в том, что в последнее время я готовлюсь к лекции про образ Иерусалима в современном искусстве, поэтому смотрю, пересматриваю, слушаю клип Матисьяру «Джерусалим». Это был припев этой песни. Сейчас послушаю куплет. Можно услышать, что это такое бодренькое регги, и мое внимание привлек следующий фрагмент. Он разительно отличается по стилистике от всего предыдущего, он более плавный. И внезапно на вечеринке а-ля 80-е я наткнулся на другую песню и понял, почему этот фрагмент отличается. Теперь давай послушаем другую песню. Прикинь, это тот же самый фрагмент, тот же самый текст и та же самая мелодия. Ну вот так вот, можно даже при очень большом желании, сейчас просто покажу, о чем в принципе этот текст говорит. Видь? Ain't no one gonna break my stride, ain't no gonna pull me down, oh no, I got to keep my moving. То бишь, никто не может остановить, разрушить мой шаг, никто не может утянуть меня вниз, о нет, я должен продолжить свое движение. И это, по-моему, очень круто.